Так, у нас такая интересная погода. Но апрель месяц, конец апреля, но погода напоминает мартовскую. Это у нас Ливадийский дворец, Ливадия. Должно быть сегодня по прогнозу даже плюс 15. Но самым интересным экспонатом у нас является кот, который здесь убежал вот только что. Куда он делся? Только же хотел его снять на видео. Ребята, вы кота не видели? А как вообще вам нравится в Крыму? А вы сами издалека? Из Ростова. Из Ростова? А как это тут недалеко, вот это самое? Отлично, может, не первый раз, поэтому... Ну, в Крым, как бы, частенько приезжаете и нравится, да? А сравнивали, как бы, для себя, вот, Сочи и Крым? Вот, правда, Черное море, но разное, да? Ну, здесь более горный воздух, здесь отличается. А вы поднимались на Ипетрию туда вверх? Ну, хоть раз, вы не имею в виду, что прям сегодня там... Еще нет, на Ипетрию еще не дошли. Еще нет, там, гляньте, там вот снег, между прочим, лежит. Ну, я думаю, что там прикольно сейчас. Да нет, поднимемся. Канатная дорога сейчас работает уже 16 числа. Так, вот такие у нас туристы из Ростова сегодня. Спасибо. Хорошо. Попытаюсь кота найти. Где ж кот этот красивый?